Программа «Цветы в доме» продолжает знакомство с представителями семейства ароидных. Сегодня мы приобретем бесценный опыт ухода за ароидными в комнатных условиях. Среди представителей семейства ароидные очень много лиан. Об одной лиане мы уже говорили с вами в прошлой передаче, это была монстера. А сегодня поговорим о таком растении, как сингониум, сингониум ножколистный. Сингониум наделен переменчивым характером. Молодые листья пестрые, бело-зеленые, а стебли прямые и короткие. Но со временем меняется не только цвет листьев, но и их форма. Из компактного кустика сингониум превращается в раскидистую, требующую опоры лиану. «Все течет, все изменяется» – девиз этого растения. Сингониум – это лиана, то есть, в принципе, для роста этого растения ему необходима опора, такая же моховая палка, как и для монстеры, но в то же время сингониум является растением значительно меньших размеров, и поэтому его еще можно выращивать и как ампельные растения, то есть в подвесных кашпо. При этом побеги будут не подниматься вверх, а вот так вот свешиваться вниз. У сингониума на сегодняшний момент очень много разнообразных сортов. Надо сказать, что сингониум среди семейства ароидных является достаточно устойчивым растением, хорошо приспособленным для выращивания в комнатных условиях. Единственное, на что стоит обратить внимание при покупке растения, это на то, в каких условиях вы предполагаете его дальше использовать. Потому что если в доме не очень светло, если света не хватает, то покупать вот такие пестролистные или светло окрашенные сорта, конечно, бесполезно. Пройдет всего лишь несколько месяцев, и все листья, как правило, позеленеют. То есть вот эти декоративные особенности в темноте при недостатке света, они, как правило, не сохраняются. То есть чем светлее лист, тем более светлые должны быть условия. Это с одной стороны. Но с другой стороны, как и все представители семейства ароидные, сингониум не любит, чтобы на него падали прямые солнечные лучи. Если говорить о уходе за сингониумом, то он практически ничем не отличается от ухода, который осуществляется за всеми представителями семейства ароидные. И самое главное – это полив. Дело в том, что, как я уже говорила в прошлый раз, корневая система у ароидных достаточно слабо развита. Это связано с тем, что в природных условиях они растут в основном в листовом опаде, но в то же время толстые корни и шнуровидные, и поэтому поливают все ароидные умеренно. Это значит, что мы должны с вами полить растение, дать ему столько воды, чтобы вода после полива вышла на поддон. В поддоне она должна простоять приблизительно час или два. Если за это время вода ушла, это значит, что по капиллярам субстрат впитал воду, она не была лишняя. Ну а если через два часа вода в поддоне осталась, значит, это лишняя влага, ее нужно убрать. Действие сингониума на атмосферу уникально. Оно вносит дух нового времени. Считается, что это растение впитывает в себя энергию мыслей и чувств людей-ретроградов и наполняет атмосферу свежестью нового времени. Под влиянием сингониума атмосфера как будто шепчет домочадцам «Живи настоящим, думай о будущем». Рядом с сингониумом люди чувствуют себя более современными, более молодыми и легкими. Если сингониум поставить в спальне, реже будут сниться тяжелые сны. Самая большая проблема, или, скажем так, самая частая причина гибели ароидных в интерьере – это перелив. Поливать нужно редко. После каждого полива почва должна дойти до такого состояния, что она как бы окончательно просохла. Вот я сейчас хочу вам показать такое состояние почвы. Вот в данном случае это растение растет на торфяном субстрате, и я сжимаю его вот так в ладошке, и посмотрите, у меня ладонь почти чистая, ничего не остается. Субстрат очень рыхлый, на ощупь почти сухой. Это говорит о том, что почва в горшке просохла. И вот теперь я должна подождать 1-2 дня.
То есть специально подсушить почву в горшке и только после этого поливать растения еще раз. Если у вас в доме вдруг появляются черные мелкие мушки, так называемые почвенные комарики, которые летают вокруг ваших растений, это в первую очередь говорит о том, что вы постоянно переливаете свои растения. А между поливами почва в горшке должна не просто просохнуть, но еще и несколько дней постоять в сухом состоянии. Кроме этого, нужно сказать, что, как все лианы, сингониум очень легко размножается. Размножается зелеными черенками. Как мы помним, придаточные корни легко образуются по всей длине стебля, и здесь это очень хорошо видно. Поэтому любая часть побега, отделенная и высаженная в грунт или предварительно в воду, чтобы подрастить корешки, тут же дает нам с вами новое растение. Вот такое удивительное по своей красоте и, в общем-то, достаточно неприхотливое растение из семейства ароидные, сингониум ножколистный. Следующее растение, как мне кажется, должно быть хорошо известно большинству телезрителей, потому что раньше это растение было практически у любой хозяйки на кухне. Правда, раньше оно было известно под названием сциндапсус золотистый, а теперь по новой классификации это растение называется эпипремнум перистый. Сциндапсус. Под таким названием любителям комнатных растений известен эпипремнум. Неприхотливая тропическая лиана. Сциндапсус – небольшой род вечно зеленых многолетних лиан семейства ароидные, насчитывающий около 25 видов, распространенных в тропических лесах Южной Азии и Полинезии. Сциндапсус очень быстро растет. За год отрастает больше, чем на метр. Может карабкаться по стене, свисать вниз из подвесного контейнера, но лучше всего использовать покрытую мхом специальную опору. Сциндапсус хорошо иметь в помещениях, в атмосфере которых не хватает легкости. Считается, что это растение обладает свойством трансформировать тяжелую энергию пассивности и лени в легкую подвижную энергию созидания. К слову, надо сказать, растение это теневыносливо, однако, если будет совсем темно, листья будут мельчать, то есть они вот из таких крупных превращаются в совсем вот в такие мелкие, и у них практически совсем исчезает вот такая вот желтоватая крапка, которая есть на листьях. То есть листья будут мелкие и зеленые, но при всем при этом растение не погибнет и, в общем-то, будет нормально себя чувствовать, но, правда, потеряет часть своих декоративных свойств. В чем основная проблема при уходе за эпипремнумом? Так же, как и для большинства ароидных, это растение нуждается в очень таком умеренном поливе, так как мы с вами и сказали. Сначала поливаем, потом ждем, когда субстрат в горшке высохнет, даем подсохнуть еще принудительно 1-2 дня и только после этого поливаем повторно. Если вы будете лить воду все время и субстрат в горшке будет все время влажный, то, скорее всего, появятся вот такие причины. То есть первый признак того, что вы растение постоянно переливаете, это у растения начинают чернеть кончики листьев и края листьев. Это говорит о том, что корни задохнулись, нарушен баланс между содержанием в субстрате, в почве, влаги и воздуха, и это приводит к различным грибным заболеваниям, что проявляется у растений наличием вот такой некрозной полосы или таких же некрозных пятен. Что касается размножения, то тут вообще проблем никаких нет. Растение размножается очень легко. В принципе, стандартный черенок может иметь всего лишь 1-2 междоузлия. Вот здесь у нас с вами, посмотрите, пожалуйста, 1-2 междоузлия. В принципе, если укоренять этот черенок в воде, то надо было бы срезать один листочек, чтобы от него остался только черешок, и вот приблизительно на такую глубину, то есть на несколько сантиметров, поставить конец черенка в воду. Ну, о чем нужно предупредить размножение растений зелеными черенками. Во-первых, посуда, в которой происходит укоренение, должна быть темная. То есть светлые баночки, светлые стеклянные бутылочки для этого не подходят. Посуда должна быть темная или, пусть это будет светлое стекло, но обязательно обернутое темной тканью, темной бумагой и так далее. Ну и после того, как корни образуются, надо дождаться, пока корешки отрастут приблизительно на 2, максимум 3 сантиметра, растение можно смело пересаживать.
усаживать в субстрат, и таким образом оно начинает свое новое развитие. Для того, чтобы получить как можно быстрее декоративный эффект, в один горшок можно сразу посадить несколько укорененных черенков, вот так, как сделано здесь. То есть здесь вот у нас с вами высажено 1, 2, 3, 4 укорененных черенка, которые со временем превратились вот в такое совершенно потрясающее ампельное растение. Ну что же, мы с вами заканчиваем разговаривать про эпипремнум, растение, которое раньше называлось циндапсусом, и выяснили, что растение это теневыносливое, но до определенных пределов. При недостатке света листва мелкая, почти зеленая, но даже в таких крайних условиях растение будет продолжать выполнять свои функции, увлажнять воздух, выделять кислород, хотя часть декоративных качеств будет потеряна. Сегодня в продаже имеются различные сорта эпипремнума перистого, в том числе такая декоративная форма, как ауреум с желтыми листьями, и вот такая бесхлорофильная форма Marble Queen. Ну, почему эта форма называется бесхлорофильная, понятно. Мы с вами видим, что здесь зеленые пятна на листьях представлены в очень небольшом количестве. Лист, как правило, белый. И, конечно, такое растение при покупке нам нравится больше, ну, потому что оно светлое, потому что оно пестрое по сравнению с этим, хотя они вдвоем очень хорошо смотрится, но просто хочу вас сразу предупредить. Вот такие растения, у которых имеются большие высветленные пятна на листьях, это растения очень капризные. Во-первых, они значительно более требовательны к условиям освещенности. То есть они более светолюбивы, но не под прямыми солнечными лучами. Во-вторых, такие растения еще более требовательны к поливу. И если вы переливаете, то вот такие пятна, вот с такими некротическими темными участками появятся просто в момент. Поэтому это растение поливаем так, как мы с вами договорились. Подсушиваем почву в течение 1-2 дней. А это и еще больше увеличиваем интервал между поливами. После того, как почва в горшке просыхает, мы не поливаем это растение не 1-2, а хотя бы 3-4 дня. Но при этом продолжаем его опрыскивать. И в этом случае мы с вами сохраним и декоративность листвы, и растение в здоровом состоянии. Ну что же, сегодня мы успели поговорить о лианах из семейства ароидных, а в следующий раз будем разговаривать о так называемых кустовых растениях. На сегодня все. Всего доброго. До свидания.